Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы летим в Стамбул. Приглашаю вас в полет вместе с нами. Все расскажу и покажу. На самом деле, Варна-Стамбул – это только первая часть нашего перелета. Мы переночуем в Стамбуле в отеле и утром полетим в Санкт-Петербург. Полетим мы все вместе с компанией «Турецкие авиалинии». Сидим прямо на крыле. Перелет от Варны до Стамбула занимает меньше часа, но нас все равно покормили, несмотря на ночной рейс. Посадка проходила в полной темноте. А это мы едем на автобусе в аэропорт Стамбула. Дорога оказалась не близкой. Поскольку у нас единый билет из Варны в Санкт-Петербург, и у нас уже есть посадочный талон на следующий рейс, багаж получать нам не надо, мы его получим в Санкт-Петербурге. Но мы выходим ночевать в отель, поэтому нам надо пройти паспортный контроль. Все, паспортный контроль. И мы выходим из аэропорта Стамбула. Из отеля нас встречает трансфер. Можно было остановиться на ночлег прямо в транзитной зоне аэропорта Стамбула. Там есть отель. Но за 5 часов сна отдавать больше 300 евро как-то жалко. Все это перед самым выходом. Все горит. Мы в аэропорту Стамбула вместе встречи с трансфером. Из отеля нам прислали такую схему, чтобы мы не потерялись. Вот это зона паркинга. Как красиво. В аэропорту нас встретил такой веселый молодой человек. И мы ждем, когда нас заберут в отель. Все, дорога до отеля очень темно и поздно уже. 0 часов примерно, да? Приехали в отель переночевать. 52 евро за ночь. Ну, в принципе, отель-то отличный. Немножко далековато от аэропорта. Мне кажется, что можно было найти и поближе. Но так выглядит. И даже тапочки вон тебе черные. Не какие-то. Не знаю. Еще не смотрели. Так. Но тут так стильно. Это вообще... Это что-то. Ванная просто рулит. Душевая такая. Просто вообще стены. Вообще такие. Интересно. Дизайн такой. Ой, все в дизайне. Вообще красота. Сейф. Тут и гладильная доска. Есть, но пустой. Но зато есть водичка, чему я несказанно рада. Просто. И завтрак у нас 5:30. Я представляю, что мы завтра будем есть в 5:30. Вы представляете, какой вид у нас из окна? Боже мой, это мы на одну ночь заехали. И нам так просто экскурсия отдыхает. Ой, как здорово. Красота. Ну, завтра нас разбудит. Ну, правда, мы завтра встаем в 5 часов. Да, 5:30 нам принесли завтрак. Прямо в номер. Стоп. Да, в 5 утра. What name this church? What is? Mosque. Mosque. Yes. For the prayer.
Okay. This is the mosque. It's a very big mosque. It's the second one in Turkey. In Istanbul, sorry. Yeah. It's the second big one in Istanbul. Oh, yeah. second after Blue. Blue Mosque one, yeah. Is the second one. Ah, okay. Very big. Yeah, thank you very much. You're welcome. Kapaçık mı? Very nice, very beautiful. New? 6 years before. Ах, все, наш трансфер, мы едем в аэропорт. Люксори. He will become 1 minute. Okay. Don't worry. Okay. Oh, thank you. Аэропорт Стамбула – сплошной праздник. Какие тут у нас Гермесы, Луи Виттоны, вот они, Булгари. Конечно, а что не покупать-то? Луи Виттона. Так, вот тут есть, ой, ужас, какая огромная территория. Мы пошли вот табло. Да, сейчас. А вот видишь, Рамадан, Стамбул. Аэропорт-музей. Вот приглашают вниз туда. Все поют и сверкают. Да. По-богатому. Здесь все по-богатому, это точно. Все присели. Теперь летим в 5 утра. Летим в 6 утра из Стамбула в Петербург. Ужас. Так рано мы не спавши. Такая погода на взлете, сплошная облачность. Напоминание о ковиде оказалось очень актуальным. Мы уже подлетаем к Петербургу. Полноводная река Нева. Да.
подведем итоги нашего полета с компанией Turkish Airlines. Полет нам понравился. Доброе отношение к пассажирам. Не цепляется ни к билетам, ни к багажу. Кормят качественно и много. Спиртное, пожалуйста, хотя мы не пьем. И сразу скажу, что с багажом, в принципе, все в порядке. Правда, один чемодан прилетел без колеса. Ну, это так, мелкие издержки. Обратно мы тоже летим с этой авиакомпанией. До скорой встречи. С обратным полетом нам повезло еще больше. У нас также были единые билеты. То есть в Питере мы зарегистрировались сразу на два рейса, получили посадочные талоны и багаж будем получать только в Варне. Кроме того, стыковка в Стамбуле у нас всего около 3 часов. Мы не будем выходить из аэропорта и пройдем через транзитную зону. Все вам покажем. Такой прекрасный обед нам дали. Turkish Airlines. В аэропорту Стамбула вы идете по указателям International Transfer. Это довольно далеко. Там вы предъявляете паспорт, посадочный талон и проходите предполетный досмотр. Паспортный контроль нам проходить не надо. Это очень экономит время. Да, вот мы нашли такой фудкорт. Блогер проснулся. Ну да, скоро уже посадочка. Ну и где ты? Теперь будем убивать время. Приглашаем вас прогуляться с нами по аэропорту Стамбула. Тут мы находимся в самом тупичке. Тут детский магазин игрушек. Моей коллекции кукол не хватает маленьких куколок. Но здесь, похоже, нету. А, нет, есть вот такие малютки. Вот такие вот. Собираем маленькие куколки. Ну что ты насмотрел? Сколько человек дронов? Да, и сколько? Ну вот смотри. Мини-СВ стоит 620 евро. Но почему-то нет вот таких куколок, которые я бы хотела купить. Ну ладно, пошли. Вот Wi-Fi, видишь, вот они сидят, и вот там можно около того места бесплатный Wi-Fi какой-то найти. Еще у нас есть 10 минут. Вот труселя. Так это для плавания. Да что-то. А вот здесь находится наверху этот лаунж. Ну вот этот лаунж, зона для випов. Да, мы туда уже сюда, ну пойдем. Пойдем сюда, если напротив. В сумке или куда? Вот бабочки, видишь, летают тут. А, вот сюда? Ну это же не наш дизайн. Это наш дизайн, я такой люблю. Вот женщина, видишь, как он купальники шикарные. Мы такую возьмем. Вот. Женщины в купальниках прекрасно. Да. Детский магазин, да. Да, да. Больше, да, здесь. Да, пола. Hello. Как они любят фотографироваться. Просто сразу, как увидел, что я с камерой, все, сразу принял позу. Да? Угу. Они могут рассердиться. Нет. Наш любимый пылесос. Новый айфон? Конечно, надо. All we need.
страшные куклы. Вот этот особенно мне нравится. Че он такой грустный? Не знаю, может быть. А я уже забыла, какой мне надо. Мне всегда бывает надо USB на мини, на USB-C. Алис, вот смотри, вот эта лампа очень удобная. И вот этот вот снимать вертикалку. А этот... Дюти фри. Здесь есть указатель на отель. Так, ну пошли. Где наш бизнес? Б128 или это 12Б? Б12Б. Ну вот. Значит, пошли, где В12? Вот тут. Значит, В1, В18. Сколько минут? 13 минут. Может, здесь духи дешевые? Я думаю, что духи. Что? А Марич? А где кошелек? Я думала, Амарич пойдем опять покупать. Ну, это не тот Амарич. Ну что я могу? Ой, смотри, какие бабочки. Это что, махаоны? Да ладно, золото. Да, какой-то махаон. А тут вот что-то написано. Да, ну вот здесь что-то такое написано, но даже по-английски есть. Проект. Стамбул аэропорт. Проект. Участвует в каком-то проекте. Золото, 0 вейсинг. Так, ладно. Так, все, мы едем на Гейтабе. Вот здесь ЦД. Что? Здесь вот написано, где мой выход на посадку. Так что, если вы заблудились, то можете нажать и вам скажут. Не хочешь узнать, где твой выход на посадку? Вот там написано. Нет, ну, предположим, ты вообще не знаешь, где твой выход на посадку. Ну да, я уже поняла. Да, мы ходим по одному месту, понятно? Как 15 минут, 7 как минут. Написано. Это будет Б1. Да. Так, вот если тут платки, почти как мы. Золото, бриллианты. Тут есть даже твой салон спа. Спа-салон.
нормально. Тут дешевый магазинчик. Вайкики. Ну, тут богатый выбор платьев. А? Богатый выбор платьев. Да, да. Только здесь вообще он круче, чем в Болгарии. Да. Одни русские в аэропорту. Такое чувство. Русская речь просто на каждом углу. Полиншар есть. Вот тут свободные кресла есть. Четыре часа интернет можно взять. Гейм-консоль, кофе, снэк, Йо-лаунч. Бизнес. Вот какой-то Йо-лаунч есть, видишь? Да. Почему-то только да. Не прошли весь контроль. Да. Вот ее полтебе тоже есть. Лили не хочу. Лидер, лидер, лиди. Или там, лучше там. Тут видишь, какое пространство. А тут телефон. Ой, можно кому-нибудь позвонить. А тут видишь как. А мы там были, нет, внизу? Так, ну ладно, мы пошли на лифт. Пошли на лифт. О! Плиз. Ой, а тут открыто. Смотри. Один. Да? И мы поедем вниз. Б направо. К нашему. А, Б, Б. Гидиш капуляры. А, Б, Departure Gates. О, то, что нам надо. И тут то, что я снимала сверху, все пред нами. А вот смотри, информация какая есть у нас по аэропорту. Вот. Вот такая. Можно назначить место. Вот видишь, где места. Вот где мы хотим. Шопс, фуд. Вот мы хотим поесть. Вот, мы хотим поесть. И... Вот. Grab and go. Вот. То есть тут полно всего. Вот йогурт мы хотим. Вот. Show on the map. Покажите на карте, вот. Так что все, не заблудитесь. Вот видишь, Yo Lounge. Вот мы можем здесь пойти. Yo Lounge. И там есть какой-то лаунж. А вот здесь вот Wi-Fi, Turktelecom. Ну, пожалуйста, что-то надо сделать, и будет тебе... Телеком. А какой у нас вот так, русский, да? Ну, не так, конечно, вот так. О, точно. Я думаю, как надо, как? Оказывается, вот так. Так. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Отсканим паспорт. Через сканер. Необходимо было паспортное для удовлетворения личности в рамках трем действующих законодательства. Б сюда. У нас Б-12. Так что мы... 19.03. Нам надо уже развивать скорость. Так, ладно. Опять на беговую дорожку. Сначала мы шли в одну сторону, теперь в другую. Да, вот мальчики обслуживают инвалидов. Еще не инвалид.
Вы возили бы меня сейчас на кресло. А я болтала ногами. Если бы они были у меня. Правда? А вот еще машина есть такая. Для тех, кто не может ходить. Да, кто не хочет доху. Доху. Это вот B2. Это выход B2. А нам B12. То есть нам еще полчаса ехать до B12. Вот так примерно это выглядит. Так мы и поедем. Поэтому я еще пока не знаю, как у меня будет. Очень многих интересуют цены на билеты. Наши билеты обошлись нам примерно в 1200 евро за 4 билета. Но туда входило 2 багажа по 30 килограмм и 2 ручных клади по 8 килограмм. Бесплатно, без доплаты. Плюс, если учесть, что мы покупали билеты за неделю до отъезда, то можете сделать выводы. Если вы возьмете билеты раньше, они, конечно, будут дешевле. А вот смотри, здесь есть автомат. А, ну нам он не подходит. Давай за водой зайдем, у меня куча воды. Ну тут хорошо, тут уже тихо. Что бы нам тут сразу не сесть? Здесь кафе. Все, мы тут сейчас будем воду. Вот, наконец, мы нашли в аэропорту прекрасное место. Вот туалет здесь рядом, кафе, и никого нету. Но это мечта. Просто что мы раньше-то сюда не пришли? И вот B16, B18, а у нас B12. То есть мы где? Вот у нас B12. В общем, около нашего выхода. Да, пошли ложиться на кресло. Нам еще есть время полежать. Вон там есть 2. Мы сейчас с тобой лежимся на кресле. Моля. Ложись, я тебя буду снимать. Отлично. Welcome. Мы пока лежим тут, отдыхаем. Стамбульская часть нашего перелета заканчивается, как блуждание по аэропорту Стамбула. Остался час до Варны. Я думаю, полет пройдет нормально. Спасибо Turkish Airlines. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира.